Внимание, дорогие сограждане, сейчас о том, что касается каждого. Тут вам не шутки на самом деле, а свежий проект национальной идеи. В нашем универсальном проекте впервые прошу занять все учтенные интересы всего народа, а также спецификам нового года. Итак, основная идея, чтобы нас не трогали 2 недели. Отстаньте от нашей нации с 1 по 13. Уже под вечер ползем на кухню с курантами, бьющими в голове поближе к залежам оливье. А нам уже послегка разлита, это значит, чуть меньше литра. Второго тихо лежим, болеем, смотрим иронию и чародеем. Третьего утром степи на елку, четвертого баня, катание с горки, пятого квали лизит, и к брату там снова съедаем тессик салату. В салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное, очень полезно. И дай салату себя убить, а что же делать? Что делать? Приехал родственник из Ростова. С ним заодно прихватили 7-е. А что ты хочешь? Дело святое. 8-е, 9-е помним плохо. Уехал родственник, слава богу. 10-е, вроде заняться нечем. Отлично, 10-го лечим печень. 11-го, решаем задачу, как мне поехать друзьям на дачу. Но все же едем, итог известен, включая 12-е. Укрались. 13-е. Пока не поздно, пора прощаться с Дедом Морозом. И вся Россия с огнем в груди кричит ему: «Дедушка, уходи!» И Снегуру свою забирай, потому что больше... Как же хочется на работу! Саду прилавку куда угодно! И значит, хранит посетей нация! С 1 и по 13-е! С 1 и по 13-е!